будет три не самых удачных решения касательно сиквела. Первое. Тема отцов и детей заезжена до нельзя, и, к сожалению, сиквел не предлагает ничего нового. Вот мы увиделись с сыном после долгой разлуки. «Ах, ты всего лишь циркач, ты меня подвел и бла-бла-бла!» Второе. Поднимаются высокие темы гуманизма и отцов и детей. На самом деле мульт получился очень средним и пресным. Сейчас бы он вообще потерялся среди вереницы похожих продуктов. Во-первых, сюжет. На самом деле он клишированный до нельзя. Милый домосед-медведь попадает в естественную для его вида среду. Но поскольку Бук ручной и домашний, то он начинает страдать. На этом и строится комедия. Такое уже было много где. Даже в пресловутом «Смывайся от DreamWorks». А во-вторых... Look at this dude. Wait till you see the... No. Oh, look at the top of his head.